Ярмарки выходного дня стали привычными в последние годы для магаданцев разных возрастов и уровня доходов. Секрет популярности ярмарок – возможность приобрести все самое необходимое в одном месте по доступным ценам. В первые выходные июня на Магаданской площади пройдет первая в летнем сезоне ярмарка. Ярмарки выходного дня вообще традиционно проводятся с 2009 года. И сезонно они проводятся, значит, с октября по май в закрытом помещении, а с июня по сентябрь на Магаданской площади последние годы. Ну, это дает возможность предоставить большее количество мест для местных и сельхозпроизводителей, и товаропроизводителей, и одновременно еще увеличить ассортимент за счет расширенной продажи овощей и фруктов. Ярмарки выходного дня – это инструмент поддержки местных фермеров и предпринимателей. Торговые места всем предоставляются бесплатно. 5 июня для участия в ярмарке уже заявились 89 участников. В условиях пандемии торговля осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений.